Итак, ребята, это вторая партия. Да, И после небольших приключений Денис Михайлюк играет белыми, пытается отыграться. пирц. Не пирс, а И стариндийская. стариндийская. Ну, схемки Ну, эти. Петины. Петя прекрасно в них ориентируется. Правда, в пирсе все-таки, если честно, лучше, чем стариндийская. А что за c5? По-моему, так не надо играть. По-моему, после d5 у белых просто дармовой перевес тут. Потому что это получается структура бинони. Здесь h3, по-моему, очень сильный ход за белых. Какой Что день? после ED, раз он же 4 не было, и черные не сменяли белопола. Потому что если они его на h4 не вытаскивают, то потом его девать некуда. То есть это типичная ситуация. Если сейчас черные побьют ED и CD, получается структура модерн бинони, в которой у черных контр-игра. Если же когда черные побьют ED, белые побьют ED, получается структура вот этого симметричного бинони, где у черных контр-игры нет. И их планы заключаются обычно в том, чтобы поменять побольше легких фигур. А h3 препятствует ходу слон g4, фигуры не меняются. И постепенно эта структура сама себя выигрывает за белых. Я бы Е5, наверное, на месте 5. О. Ну, да Е это, конечно, видимо, слабо просто. Ну, мне не нравится такая смена структуры. Правда, конь на h6 у черных не на месте, вот при таком расположении Может, пеших. князь через c7 пойдет куда-то? Нет, может Слабо. в том, что Денис сыграл, есть смысл определенный. Может быть, и есть. Конь Е8. Ну, и как-то вот спокойно, ферзь d2, тут просто ладья d1, конь d5. Получше у белых, получше. Конь на h6 плохо стоит. Был бы он на c6, была бы совсем другая петрушка. Может быть, его ограничить как-то? Я ферзь d2 сыграл, Денис. Тима, он слушает телепатически меня. Ладья АД1, видимо, да? Да, ладья d1, потом ладья f на e1. А он сыграл ладья F. А, Это нет, не... стоп. Он сыграл ладья f, да, это неправильно. Потому что вторая ладья нужна была на линии e. Находиться. А вторая, вот ладья на a1 сейчас некуда идти. То есть вот представь, сейчас будет размен, он побьет ED, и абсолютно не на месте ладья а. Да, согласен. Ну, в общем, это безграмотно, если честно. И вообще как-то белые уже начинают себя чувствовать не очень Не, ну все комфортно. равно белых получше, но это было безграмотно, тем не менее. Ну вот видишь, повел коня на d7. Ну, Петя чувствует позицию. Правда, это чувство может ему не сильно помочь. То есть у белых может быть все равно довольно комфортный переезд. Ну Надо значит. признать свою ошибку, надо пойти ладья e1. Ну вот видишь. Ошибка признана. Ферзь d7. Не Зачем? нравится мне ход. Зачем бы своего коня поле отнимать? А да, теперь конь на b8. Да Что-то нет. Петя щадит, нет? Петя потихоньку переигрывает просто, причем не самый-то слон 6 явно не туда, потому что белых один из главных источников их преимущества это два слона. Ну а h3 мне опять нравится ход. Форточка, сказал же Алло. 4 не пустили. Алло? Да, ребята. Выбило чуток Никиту. А, это опять, видимо, мой. Да не меня выбило, а твой А нет, тупой. это, видимо, Никиту выбило. Да тебя Я выбило. почему-то не слышу. О боже, как неприятно. Никит, скажи что-нибудь. Да, это технически. Да я понял, опять звук выбило. Я не знаю, как это починить. Нажмем на паузу пока, наверное. Ребята, небольшие у нас были технические заминки. Ну, точнее, большие, а партия структурой вообще ход борьбы серьезно поменялся. У меня такое ощущение, что Денис что-то подземнул, и с позиции, которая была, в общем-то, с перевесом у него, она стала с Ну я вижу, перевесом. поменялись ладьи. ЦБ мне ход категорически не нравится. Да, и тут... Ну, на счастье, Денис вот снова d6 нашелся, и он не проигрывает. Ну, видимо, и не выигрывает тоже. Очень мало времени у Дениса. Ну, не забывай, что и секунды. Добавление. Да, ну мы склеим видео, я думаю, Никита, да? Ну, а что же делать? Ну, какие есть предложения? Во-первых, я уверен, что Петя сейчас рассматривает какую-то жертву качества. Нет, Видимо, он нет, что? он, видимо, ее рассматривал, но понял, что это... Не, ну, Мало. так у него не лучше просто. Так, у нас что выходит? Наверное. Вот если только... Я почему-то думал, что так играть нельзя, в смысле, что пешка на b5 не висит. На самом деле же на b5 Петя может взять, и шах на e8 не смертельный. Если так, то он все еще может остаться лишней пешкой. Может быть, да, и конь никуда не деться, f3, да?
Нет, надо как-то, видимо, все равно слон d6 играть здесь. Ладья b5, ладья e8. Потом как-то конь d4. Коня куда-то быстрее в тело. Ну, в общем, мне ведь не верится. Видимо, у Пети лучше. Причем сильно. Не, ну а так просто без одной, в крайнем случае. А вот смотри. А почему не ладья b5 и слон b2 потом? Ладья b5, ладья c4 и слон b2. Просто же лишняя пешка. Нет, так все опять неплохо у Дениса. В общем, как-то качество игры немножко меня не радует, причем за обе стороны. Может быть, как играть? Слон c5? Ну вот же это имеет смысл форточку сделать. Конь-то с b6 не уходит пока. Ну, в смысле, уходит, но это не победа совсем. Но тут слон a5, и, видимо, все хорошо у белых. О, да, слон a5 это... Ну это еще найти нужно на 30... А, нет, слон c5. Ну, с той же идеей вполне, наверное, возможно. Почему бы и нет? Слон a5 просто гарантированно сшибал этого коня. Ну, я не думаю, что здесь черные могут себе позволить куда-то им уходить, с другой стороны. Где d3? Защитили. Заехали. Другой слон c... Слон d5. Петя пытается все-таки как-то хотя бы одну лишнюю из этого, из всего извлечь. Главное, чтобы он случайно не зевнул там по последней горизонтали какую-нибудь фигню. Это было бы крайне неприятно. Так, побили. Теперь выбор перед белыми. Ну, как ни выбирай, видимо, белый удержит пешку. То есть ладья c8 и конь d4 надо играть. Конь d4, судья конь d7. Нет, имел в виду конь d4 и судья защитить пешку. Конь e5 тоже возможно. Сейчас Петик пойдет король g7. Конь d7. А, ну и собственно все. Ничья. Ты думаешь, это ничья? Ну, я не думаю, что Петя будет такое играть. Немножко не солидно. Может быть, он будет рубить флаг? Ну, во-первых, его не срубишь, а во-вторых, это, ну, я бы не стал бы. Так, что это? Ну, что это, конь b6 и ничья. Что это? 23 секунды, не забывай. 3 на 3 на одном фланге, причем конь лучше слона на одном фланге. 16 секунд у Дениса. Побил конь d... Куда коня вести? Коня на e3 надо вести. Там, куда угодно. Главное на f2 не зевнуть и все. Согласен. Ну, я не Петя будет играть на победу, видимо, хотя меня это как-то немножко удивляет, если честно. Не, ну здесь-то явно ничья, я... Ну... Не, ну если у кого-то лучше, то у белых. Ну, видимо, хочет, чтобы что-то зевнуло здесь. Ну, в итоге он сам зевнет на f7. Вот видишь, на А f2. вот ему зевнули на f2. Ну что? Опять меня выбило. Ну что тут Что скажешь? такое, ребята? Ну ладно, посмотрю я один. Смотри, пешка потерялась. Ничего себе. Ну, Да, и там, видимо, Петя выигрывает. без слез на такую игру не Ничего, посмотрим. ребята. Как играть дальше белым? Как можно было зевнуть на e2? Я не понимаю, Денис. Абсолютно ничейная позиция стояла на доске, но... Но она, видимо, все еще ничей. Флажок. Флажок не щадил, не пощадил никого. Почему меня выбивает, я не понимаю. Да, и, видимо, партия закончилась. Видимо, у тебя умер интернет. 1-1. Или что-то с моим интернетом произошло. Ого. Так, ну нажмем пока на паузу, подождем, что же будет дальше. Да, ребята, Петя выиграл, снесли флаг. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Всем спасибо.